Меня бесит хамство человеческое. Меня бесит жлобство, извините за это слово. Меня бесит наглость. Бесит, когда люди не умеют... Вот это бескультурие бесит. И грязь на улицах в стране. Вот это меня очень сильно бесит. Меня убивает, что люди... И лень человеческая. И меня бесит, когда люди проходят мимо беды. Это меня очень сильно бесит. Люди, когда совершенно становятся бесчеловечными, равнодушными ко всему, меня это тоже бесит. Меня это бесит безумно. А главное, меня бесит, когда мама бросает своих детей. Понимаете? Куда-то скидывают. Меня также бесит, когда женщина иногда, женщины, есть категория женщин, превращаются в мужчин. Понимаете? Это меня бесит. Они выглядят не потому, что они мужиковато выглядят, а ведут себя совершенно не по-женски и не женственно. Вот это меня очень сильно бесит. И бесит, когда люди к музыке, не имеющие никакого отношения, становятся музыкантами. Это меня бесит вообще больше всего на свете. Когда они не рождены быть музыкантами, но они туда все лезут. Понимаете? Вот это меня очень бесит.